Несколько улиц в Первомайском и Ленинском районе остались без горячей воды. Коммунальные службы пояснили, отключения плановые. Холодный режим пришел к жителям домов на Минской, Крылова, Октябрьской и Интернациональной, Орджоникидзе и Гоголя. Трубы остынут в домах по улицам Станционной, Липкнехта, Бахарова и Первомайской. Воду придется греть жителям домов по Пушкино, Свердлова, Ванцети, Ковзана, Ленина, Речной и Сакко. Работы на этих участках и прилегающих к ним улицам закончат к 1 августа. Специалисты готовят теплотрассы к отопительному сезону, проводят испытания и ремонт. Расписание отключений доступно на сайте горисполкома.